Поздравить с важным событием пятиклашек пришли почетные гости, а также их старшие товарищи кадеты с опытом. Они уже много раз отличались на соревнованиях, олимпиадах и конкурсах и республиканских юноармейских зорницах. Торжество началось с несения знамени и исполнения гимна Российской Федерации. Затем 23 пятиклассника приняли первую в жизни присягу. Юные кадеты заверили, что будут хорошо учиться, преданно любить родное отечество и свою малую родину. Ключевым моментом стало вручение удостоверений и красных беретов. Соколову Игорю, Миронову Вадиму, Сандину Глебу. Согласно шагам, марш! На месте, стой! Направо! В адрес новоиспеченных кадетов было высказано много добрых пожеланий и напутствий. Впереди у них учебные будни и много дополнительных занятий. Однако с честью нести звание кадетов ребята готовы. Завершающим аккордом торжества стал традиционный вальс.